Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, зайдем на арену, заберем свои награды. 18 карточек на когтистого. Забираем. Так, у нас здесь, ну, в принципе, все есть, кроме хилбота, по-моему, да? И 10 тысяч монет. Окей. Новый сезон, друзья мои, начался. Это июнь. Поэтому поехали. Противник найден. И, как ты видишь, здесь 19 уровень. Поэтому я возьму, пожалуй, вот эту вот команду. Мне, как говорится, не жалко здесь потратить энергию. Поехали. Тут будет достаточно, как всегда, одного самурая, который здесь всех ушлепает. Так, ну что, давай вызывать его. О-о-о, зомби-камикадзе идет. На! Он даже нам урона не нанес, прикинь. Сейчас с одного замаха уничтожит базу. Смотри внимательно. Ну, понятное дело, потому что самурай сотого уровня, а у него база вообще не прокачанная. Так что тут, как говорится, расклад всем был известен. Так, давай мы, наверное, заберем награды и отправим вам подарочки. Собрать все. Подарки отправил. Зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут доступно. Бесплатно. Ага, копейщик. Забираем его. Ну что, я так полагаю, ребят, нам пора проходить портал. Мы остановились с тобой на долине нежити. Так, потом подданные будут. Нефритовая долина. Захватчики и роботы. Ну что, я думаю, нам это все будет по плечу. Поехали. Так, здесь у нас... Ну, в принципе, ничего страшного нету. Я думаю, этой командой мы справимся. Поехали. Продолжить. Так, кого бы нам вызвать-то в первую очередь? Наверное, самурай пойдет у меня. Следом... О-о-о-о. Зомби, потише. Блин. А вот камикадзе это плохо. Нужно срочно тыквоголового вызывать. Срочно. Выходи, родной. Твою налево, меня, ребят, сейчас прижмут здесь. Не, вроде обошлось. Так, шикарно. Давай, Таракоша, выходи. Вот она, бравая команда. Ну, ты посмотри, самурай даже выжил у меня. Так, Банши опять орет. Ой-ой-ой, что-то вас тут много. Заморозка. Так, пускай немножко постоят. Слушай, ну я думаю, здесь все, ребят. Здесь победа уже за нами. Так, наверное, выпустим корни. Да все, у них нет шансов. Мы их здесь разбомбили. Ну давайте уничтожать базу уже, в конце концов. Вот и все. Ничего, друзья мои, сложного здесь не было. Все как полагается. Единственное, что мне кажется, по-моему, громковато как-то. Так, друзья мои, у нас ежедневное испытание. Что разыгрывается? Да ладно. У нас идет в награду жнец. А жнец, по-моему, мне нужен. Давай-ка мы посмотрим по армии. Это нежить. Да, друзья мои, жнеца нужно прокачивать. Так что... Пойдем, наверное, сходим на ежедневные испытания все-таки. Сотого уровня. Здесь друидка будет. Так. Оу, а мне выбор-то тут невелик. Ладно, возьму ведьму. Дальше, наверное, возьмем прыгуна. Плюс, какую башню нам лучше взять? Ну, наверное, фаербол, да, взять лучше. Возьмем фаербол. Плюс возьмем. Так, как вызвать-то я уже забыл. Твою налево, уже всех монстров позабыл, как величать. Наверное, возьму сюда зомби с надгробием и зомби-камикадзе. Поехали. Не знаю, друзья мои, тут будет очень сложно, потому что тут друидка. Плюс у него лучники есть. Так, служитель тьмы, вот как его величать. Вспомнил. Не обращайте внимания, друзья мои, я только проснулся, так что... Еще не совсем понимаю, что и как. Подожди, а почему он вышел обычным? Скажи-ка мне на милость. Так, вот лучницы мне тут только не хватало.
Давай-ка вызванные на зомби камикадзе. Попробуем здесь взорвать их. Плюс когтистый, фаербол. Давай-давай-давай-давай, когтистый, ну. И служитель тьмы выходит. Так, если сейчас он вызовет друидку, это будет плохо. Будем надеяться, что он не успеет. Так, а я подготовлю пока ведьму. Нет, друзья мои, даже не понадобилась ведьма. Все-таки, как ни крути, а наш зомби с надгробием довольно мощный чувачок. 23 карточки ножницы мы с тобой получаем. Шикарно. Ну что ж, тогда давай пройдем еще. Две попытки у нас дается. Это 23 карточки мы получили. Потом нам, по-моему, дадут 18 и 9 в конце. Ну что, поехали. Тот же самый состав я буду брать. Вот такой, башню фаербол. Поехали. Обычно раньше он, друзья мои, вызывал сразу друидку. И поэтому мне было сложнее с ними драться. Я не понимаю, почему они выглядят как первого уровня, вообще не прокачанные. По крайней мере, вид у них такой. Но на самом деле они сотого уровня, причем все. Так, ну что, повторяется, да, у нас 325, конечно, он очень дорого стоит. Но он того стоит, если честно. Так, сейчас я попробую, знаешь, что сделать? Наверное, все-таки служителя тьмы позвать. Он будет бафать, точнее, хилять моего зомби фаербол. Вот так вот. Так, теперь вызовем прыгуна, чтобы эту жрицу уничтожить. И будем подготавливать, наверное, друидку, да? Ой, друидку. Ведьму, конечно же, ведьму. Какую друидку? Рэй, о чем ты? Слушай, хотя даже не стоит ее вызывать, мы и так справляемся. Ладно, забираем, сколько нам тут карточек дадут. 13. Замечательно. Ну что, мы продолжаем с тобой. Последний у нас поединок. Слушай, а можно, в принципе, взять и деда. Прикинь, сейчас возьмем деда, и он вызовет друидку. Вот тогда мы с тобой попадем крупно. Но я думаю, что никого он тут не позовет. Так, ладушки, поехали. Ну, у него схема одна и та же. Он вызывает паладина первым. Потом он призывает лучницу. То есть мы как бы справимся, да, с ним. Две попытки было удачные. Но никто не дает гарантии, что третья будет та же самая. Может быть, что-то пойти не по плану. И мне кажется, что мой вот этот вот зомби почему-то сильнее, чем у него паладин. Может быть, мне, конечно, так кажется. А, все, я понял, ребята. Это за счет того, что мы с тобой сразу вызываем служителя тьмы. Вот оно что. Так, во-во-во, молодец, когтистый. Выбежал с рывком. Опа, ребята, вот это не надо. Все. Все три попыточки мы с тобой отыграли. Получаем последние, сколько там, 8 карточек? А, 9 даже. В общем, я доволен. Так, уходим отсюда и идем уже, как говорится, в портал. Предпоследняя миссия у нас здесь. Так, смотри, здесь у них когтистый, зомби, камикадзе и прыгун. Так, надо подготовиться против прыгуна. А какая у нас команда обычно рулит? Ну, обычно вот этого мы с тобой берем. Потому что щитобот прикрывает с собой, да, от ударов. А наш молотильщик его, естественно, распиливает в этот момент. Так что будем придерживаться этой тактики. Что-то он его не вызывает. Во-во-во-во, вышел. Так, друзья мои, поджидаем. Поджидаем, можно даже, знать, что сделать? Вот так вот, паладина позвать. Окей, блин. Тихо-тихо-тихо, распили. Отлично. Так, но не забывай, что когтистый может в любую секунду выйти. Точнее, прыгун. Почему я называю когтистый? Когтистый — это вот этот вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, не надо. Хорошо, что он без истерики выпрыгнул. За что и получил. Так. Фиговенько у нас дела идут. Да чтоб тебе. Ну ты посмотри, что творит, а. Естественно, он разнесет моего щитобота. Блин. Так, опять вышел когтистый. Давай-ка мы его уничтожим сейчас.
И вызовем друидку. Опа, 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 опачки. Не надо, блин. Это хорошо, что она успела поставить тотем. То есть прыгун отвлекся на тотем, соответственно, потратил всю свою силу. Ну и мы его в этот момент уже разбомбили. И, соответственно, судя по всему, мы сейчас разнесем ему замок. Ну куда ты бежишь, а? Ну куда ты вышел? Все, друзья мои. Другого быть и не могло. Так, ну что, мы с тобой продолжаем играть. У нас последняя здесь миссия. И мы берем с тобой суперотряд. Именно вот этот. Поехали. Босс у него же нет, но мне кажется, что он даже не успеет выйти. Хотя все зависит от того, кого он сейчас будет призывать. И мне кажется, что сейчас пойдет прыгун. Нет, смотри-ка, банши. Так, 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 подожди, давай-ка я, наверное, чумную мышь позову сюда. И Ронина. Отлично. Так, он меня хочет мелочью давить. Так, карточку отдай, пожалуйста, мне на зомби. Блин, ты посмотри, что вытворяет, а? Так, Ронин бежит. Замечательно. Так, а вот это вот не надо мне, пожалуйста. Пришел тут, понимаешь ли. Слушай, я думаю, что мы ему разнесем замок. Даже не увидим с тобой босса здесь, жнеца. Потому что он, как всегда, побоялся выйти. Так, ну что, друзья мои, мы прошли с вами территорию нежити. За что получаем сундук и смотрим, что нам здесь выпадает. В принципе, ничего хорошего, только вот то, что деньги 12 500. И переходим на новую территорию, это долина подданных. Так, начинается она с крестьянина и паладина. Я думаю, что если мы возьмем вот этот отряд, да, в принципе, это будет годно. Хотя, подожди, кто сильнее, мой зомби или его крестьянин, а? Давай проверим. Давай-ка мы с тобой проверим. Так, посмотрим. Мой зомби сильнее, да, ребята? Потому что он сотого уровня. О, у нас уже там двое. Ха-ха. Будет знать, как нападать. Так, тихо, 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 блин. Ребята, паладин вышел. Нам срочно нужен Джаггернаут. Выходи, родной. Слушай, ну с таким макаром нам понадобится, наверное, еще с тобой. На-ка. Клетка, точно, клетка, друзья мои. Как я про нее забыл-то. И баллиста. Все. Теперь нам ничего уже не угрожает. Хотя, подожди, если Джаггернаута сейчас разберут. Так, тихонько. Что же нам еще сделать? Карточка на крестьянина выпала. А по-моему, все, крышка им. Мы сейчас их просто прижучим там. Давай еще одну баллисту позовем. Клетку выпустим с тобой. Все, друзья. Отлично у нас получилось здесь. И мы продолжаем. Идем с тобой на вторую миссию, где будет нас встречать то же самое. Прибавилось плюс копеечца. Я думаю, что для нас это тоже пара пустяков. Ну что, он не вызывает своих крестьянин, а? Где они? Почему не бегут? Ладно, мы тогда тоже будем с тобой копить энергию. Во, вышел. Блин, еще и копеечца, вот это плохо. Да идите вы в баню. Так, ну-ка давай. Ползун. Блин, ты бы хотя бы мог оглушить их, а он не стал этого делать. Друзья мои, дело дрянь. Клетку, срочно клетку. Вот так вот, пускай все посидят в ней. Подумают над своим поведением, да? Так, Джаггернаут, выходи. Зомби тоже выбегайте. Что не говори, ребята, а баллиста все-таки крутая. Издалека она уничтожает всех этих копейщиц, крестьянин. Просто на один выстрел. Ну, это я так утрирую. А если ты вызываешь две баллисты, то это вообще имба. Так, ну что, будем выпускать с тобой клетку? Вот зачем я ее выпустил? Никто в нее не попал, а? Давай, Джаггернаут, выходи. О, там их двое штук. Все, замку крышка. Замечательно, спасибо за карточку на замок. А мы с тобой продолжаем. Так, у нас с тобой третья миссия. Вот здесь будет немножко похуже. Здесь прибавляется грифа. Да-да, тот самый грифон. Опасный типок. Так что надо быть начеку. Против него единственный, кто может бороться, это наш баллиста. Все, ребят.
Больше никто. Потому что... А, вру, вру. Нет, не вру. Что-то я подумал, что у меня здесь паладин. Какой у меня тут может быть паладин? Нет никаких паладинов здесь. Так, вызовем баллисту на всякий случай. Потому что сейчас 100% полетит грифон. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, джаггера вызываем. Клетку. Так, и пора, наверное, нам выпустить с собой на волю нашего жнеца. Что скажешь? Я думаю, это будет самый лучший вариант в этой стратегии. А вон грифон пошел. Так, грифон под защитой стоит. Это плохо. На, получи. Мы уже с тобой тут армию неплохую зомбарей наплодили. Плюс выпускаем клетку. И идем уже к замку. Так, а вот грифон здесь появился не в тему. Да все, ребята, пускай он тут ничего уже не делает, потому что бесполезно. Все равно он проиграл. Так, друзья мои, у нас с вами, по-моему, предпоследний сейчас поединок будет. Здесь прибавляется лучница. Фигня полная, на самом деле. Единственный плюс у нее то, что она может поджечь врага, и все. Если сравнить дальность стрельбы, то баллиста у меня в разы круче бомбит, чем у него лучник. Так что я уже в преимуществе. А вот здесь вот не особо хорошее преимущество. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, надо прикрыть мою баллисту пока. Пока он тут будет разбираться с ними, со всеми. И вызываем, конечно же, джиггернаута. Клетка. Нормуль. Так, бежим, бежим, бежим быстрее, пока из клетки я не выпустил их. Ну что же, я думаю, наверное, можно вызвать опять жнеца. Ну, попытаться. Поехали. Сейчас начнется расколбас. Так, и запущу-ка еще одну баллисту. Давай, давай, жнец, бомби их. Отлично. Еще одного джаггернаута и клетка. Вот и все. Их песенка спета здесь. Тут уже бесполезно им драться против меня. Ну, посмотри, сколько у нас тут войск. Круто. Ну что, у нас остается с тобой последний уровень. И территория нежити будет пройдена. Какая нежити? Долина подданных у нас. Так, я взял свой имбовый отряд. Так что поехали. Ну что, начнем как обычно. Выпустим Ронина. Как думаешь? Да, пускай бежит. Вот, отлично, побежал. Блин, крестьянин этот помешал только нам. Смотри, как он наяривает. Блин, ну против паладина-то, конечно, ему сложно здесь будет бороться. Эх, не стал выходить. Выбегать, точнее. Давай я, наверное, сюда чумную мышь позову еще. Да и вот так вот бомбанем с тобой. Просто, чтобы они нам тут не мешались. Блин, грифон тут еще вылез. Ох, ёк-макарёк, как это он так умудрился? Ронину просто повезло, ребята. Когда он здесь убежал, грифон выпустил свой этот предсмертный хрип. И Ронин просто прибежал мимо него. Ну что ж, забираем с тобой сундук подданных. Смотрим, что нам здесь выпадает. Мне нужно кто? Крестьянин? А, эльфы. Конечно же, нам нужны эльфы. И у нас с тобой Терракотовая долина. Или Нефритовая, как правильно она звучит. И еще три территории, которые мы должны будем пройти. Так, ничего себе. У него сразу ниндзя здесь. И самурай. Это плохо, ребят, на самом деле. Ниндзя и самурай. Если я возьму вот этот отряд, давай-ка попробуем. Тут, знаешь, что самое главное? Вот именно здесь. Контролировать ниндзю. Если ты ее будешь держать, как говорится, в кулаке, то, возможно, мы пройдем. Так, смотри, что он делает. Выпустил. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, ребят. Так, теперь нам надо что сделать? Наверное, самурая позвать. Как мы долго тут... Ну, естественно, естественно, он в истерику падает. Ты по голову помогай. Корни, корни.
Давай, 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 родные мои. Не даем им спуску, естественно, не даем. Фух. Слушай, кажись, прорвались. Да, все великолепно у нас получается здесь. Не дали мы им попытки здесь нас прижучить. На тебе, ниндзя, получи в лоб. Выпускай я корни. И выпускаю еще одного самурая. Ну и думаю, на этом песенка их спета. Давай, давай, глуши их. Все. Последний удар и отлично. Ну что, ребят, нормуль, нормуль идем. Так что давай. Вторая миссия. Здесь появляется храм. Ой, пес храма, да? Слушай, это довольно дешевый юнит. И он быстрый очень. Я не знаю, здесь прокатит ли у меня самурай. Может быть, нам лучше взять вот этот отряд. А как мы будем против... А как мы будем против ниндзя тогда драться? Скажи-ка мне. Или все-таки использовать этот отряд? Ох, не знаю, ребята, ох, не знаю. Рискую, короче, я. Очень сильно сейчас в данный момент. Ну, где этот пес? Не идет почему-то пока. Опачки. Так, друзья мои, что-то пошло не по плану все. Все, блин, пошло не по плану, ё-моё. Давай, давай, выходи, паладиныч. Ну вот, ребята, блин, вот и ниндзя появилась. Ну и что нам делать? Окей. Слушай, нам повезло. Опять повезло, в очередной раз. Давайте, наверное, позовем друидку сюда, а? Блин, ниндзя, успокойся там. Так, самурай минус. Кого я позвал? Я говорю, друидку давай позовем. Самурай притягиваем. Ну все, тут крышкой. Если друидка вышла на поле боя, то у них шансов здесь на победу вообще нету. Отлично. Ну, по-другому и быть не могу. Так, друзья мои, едем дальше. У нас третья миссия, по-моему. Да, третья. И здесь прибавляется черепаха. Это боец дальнего боя. А я вот так вот сделаю. Я сделаю по-своему немножко. Так, ну первым пойдет у меня, естественно, голем. Потом мы, наверное, будем с тобой призывать ниндзю. Так будет нам проще. И надо будет контролировать черепаху, естественно. Смотри, смотри, бежит. Истеричка уже выбежала здесь. Тут как тут. Давай, 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 прижимай их там. Так, у нас ульта подготавливается. Поехали. Да, если бы я еще попал бы по кому-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я что такой жесткач-то пошел? Да ну. Хорош. Блин, ребята, а вот черепаха, про которую я тебе говорил. Боец невидимого фронта. Где моя ульта, ё-моё. Поехали. Может быть, поможет она. Вроде бы чуть-чуть помогла. Так-так, ох ты, он две черепахи позвал, прикинь. Заморозка. А вот теперь крышка этим черепахам. Так, давай еще одну ниндзю позовем. Блин, слушай, она беселая. Черепаха это очень беселая. Слушай, ну таким макаром, возможно, у нас все получится. Есть. Да ты посмотри, он самурая за самурая вызывает, а? Давай, родные мои, бомбите. Замок полностью в вашем распоряжении. Ну, опять тот в истерику упал, видишь? Ноет, стоит.
Есть. Да, тут как-то слишком плотненько было. Так, ну а мы продолжаем. Предпоследняя миссия, да? Здесь копейщик. Самурай. Слушай, два быстрых юнита у него здесь. А я рискну. Я рискну этим же отрядом поиграть. Главное накопить на голема. Воу-воу-воу-воу, бежит, бежит, смотри, пройдоха. На тебе, встречай гостей. Так, сразу же выходит самурай. Тут надо вызывать ниндзю. Полюбасику, мне кажется. Ну, естественно. Потому что он тоже призвал ниндзю. Эй, только не надо пугать здесь. Так. Минус пес. Смердячий. Так, ульта. Приворот, который не сработал ни шиша. Выпускаем еще одного голема. Твою налево. Смотри, какая ниндзя, живучая. Так, нам надо, наверное, еще одну жабу с молотом позвать. И голема. Ну все, друзья мои. Расписали как по нотам. Так, ладушки. Пойдем с тобой на заключительный поединок. У них кто здесь будет босс? Ребята, бог ветра. Один из противнейших боссов. Потому что он сдувает наших врагов от себя. И еще при этом наносит урон. Сейчас мы что-нибудь с тобой здесь подготовим. Для них сюрприз какой-нибудь. Смотри-ка, тишина какая-то. Никто не выходит. Вышел, да? Тогда мы тоже начнем. Блин, ну пес, куда ты прешь, а? Пошел отсюда. Видишь, видишь, что он сделал? Он напугал все-таки моего воина. А вот это плохо. Вот сейчас что тут творится, это плохо идет. О, прыгун мой уже там наяривает вовсю. Это кто там, не понял? Черепаха появилась. Да все, крышка ему. Отлично. У нас с тобой в последнее время очень быстрый проходит поединки, да, что даже босс не появляется. Он не успевает выйти. Так, ну что, забираем сундук. И что нам здесь выпадет? Копейщик, как раз это хорошо, ребята. Копейщика я собираю. Но у нас с тобой долина захватчиков. Начинается опять страж. Плюс слизень-морпех. Какой отряд тут лучше взять-то, я даже не знаю. Этот, может быть. В принципе, почему бы и нет. У нас дорогой вот этот дракоша, да? Но страж, он, по-моему, еще дороже. Он 325 стоит. Единственное, что если я его выпущу, надо будет обязательно прикрывать. А прикрывать приходится кому? Тыквоголовому. Вот, один на один вышли. И не забывай, что он может отталкивать моих юнитов. Вот, чем он, в принципе, начинает заниматься. Да хорош, блин, ты посмотри, что творит. Ну-ка. Надо быстро его разобрать, быстро. Какой, блин, крепкий ты, посмотри, а? На этого стража. Крепыш, блин. Так, надо еще одного позвать. Тыквоголовый, давай, выходи быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится, ребят, смотрите. По-моему, мы тут проигрываем. Фух, повезло только. Так, выпускаем корни. Пускай он там пока остановится. А я вызову, знаешь, кого сейчас? Нашего старого вояку. Пора с ними по-другому уже разговаривать. Надоели. Поехали. Ох, дедуля побежал. Смотри, сломя голову, бежит. Ну, оглушайте всех. Меня оглушили. Последний удар. Готово. Это был только лишь первый поединок. Прикинь? Что-то напряжено на самом деле.
Упс. Тут хищнец, ребят. Тут по-другому все надо будет делать. Так, хищнец. Наверное, вот этим ребятам придется здесь помучиться. Блин, ну я не знаю, страшен такой. Довольно серьезный противник. Опа, 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 бежит уже, бежит. Давай сделаем так. Пилякаем, отлично. Так, теперь копим на паладина, потому что он сейчас опять вызовет. Видишь? Давай его вали, гаденыша этого, на. На тебе. И он сейчас опять вызовет. Блин, а какого фига там страж появился? Скажи-ка мне на милость. Чего-то я такого не помню, чтобы там появлялся страж. Так, бомбите ему замок, пожалуйста. Ну, блин, щитобот, конечно, у него урон. Но это вообще ни о чем. Есть. Запинали. Так, ребят, идем на следующий поединок. Это у нас третий. И здесь пришелец. Еще его тут не хватало, а? Не хватало мне вот этого мелкого пришельца. Я его называю воришка. Потому что он, ребят, крадет наши юниты. Это в лучшем случае. А в худшем случае он может украсть нашего юнита. И, как говорится, против нас же его отправить. Как бы завербовать, скажем так. Пускай он там пока прилетает. А мы, знаешь, что сейчас сделаем с тобой? Мы вызовем друидку. Мы прям с нее начнем. Да, я думаю, что это будет оптимальный вариант. Босс он похитить не может. Так, выпустим еще паладина. Плюс молотильщик. И щитобот. Блин, кого он там воровать собрался? Тотем. Тотем свистнул. Смешно, прям нет слов. Ну, в таком случае, ребят, тут победа будет за нами. Так, мы его еще и хлопнули. Слушай, ты посмотри, какой я гаденыш жирный. На него даже тотемы еле-еле действуют. Все-все-все, крышка базе. Стоило только друидке поставить красный тотем, который наносит урон дополнительный, да, сразу же пошли дела в гору. Так, у нас предпоследняя миссия. Здесь опять у нас есть этот хищнец. Но тут еще прибавляется тритон. Это ихний бафер. Так что будем подготавливаться пока. Можно, в принципе, тоже, наверное, подождать и вызвать сразу друидку. Что скажешь? А вдруг он выпустит хищница, и он перепрыгнет через друидку? Блин. Вот об этом-то я не подумал. Ладно, ждем, ждем, время еще есть. Вот так вот. Блин, тритона позвал, прикинь. А вот, ребята, и тот самый гаденыш, про который я тебе говорил. Сейчас будет прыгать. Давай, 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 давай. Пока вроде бы все неплохо. Есть. Зачистили с тобой рядок. Кстати, ты видел, что у нас здесь есть тотем, который тоже отталкивает противников. Ёк-макарёк, это что такое, ребят? Это что за фокусы, я не понял. Хищнец совсем приборзел. Друидку мою стал пинать. Или тотем он там бил. Давай, давай, давай. Щитобот такой без щита бежит. Вот это плохо, когда тритон, ребята. О, ускоряшка. На ускорение просто за 3 секунды порвали ему базу. Ну что же, это круто. А у нас с тобой последний поединок здесь. И как ты видишь, здесь лорд пустоты. С ним шутить не будем. Вызываем свой вот этот супер-пупер отряд. И, конечно же, будем побеждать. Купим с тобой энергию. Слушай, я не заметил, а тут кто будет? Пришелец или...
Да нет, какой тут нафиг пришелец? Никакого пришельца здесь не будет, верно же? Хотя вот он летит. Мелкий. Пролетел, короче, он. Иди отсюда. Блин, все-таки успел уничтожить, а? Ну что, наверное, тогда пора призвать нам ведьм. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, что творит, а? Давай-давай, тритона вали, молодец. Ронин просто красавчик. Чух, все, ребят. Хоть у меня там ведьма и шла, но Ронин, как ты видишь, сам справился. Ну, а мы с тобой забираем награду. Опа, здесь у нас награда за квест и награда за прохождение долины захватчиков. Лорд пустоты, жаба с молотом. Это все у меня прокачано. Так, ребят, у нас с вами последняя территория здесь. И это фабрика роботов, да? Значит так, у нас здесь с тобой БФГшка и щитобот. Я помню, что могут сделать куча БФГшек. Просто нас тут разбомбить в пух и прах. И вот как мне тут лучше сделать? Тут все очень дорогое. Блин, наверное, придется вот так вот. Сколько у нас щитобот стоит? Соточку, да? Щитобода вот вызывает. Мы с тобой в противовес можем только вызвать голема. Ну, дальше будет БФГшка. Что не есть хорошо. Поехали. Если только нам тоже в противовес выставлять свои БФГ, я не знаю, как тут лучше сделать. Наверное, так вот придется бомбить. Ага, пока все хорошо. Очень, ребята, хорошо получается пока. Молния. Нам повезло. Хотя БФГ там еще стоит, ребят. Нет, мы ее уничтожили уже. Давай, 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 уничтожаем. Он что, уничтожил и БФГ, и ниндзю мне? Одним вот этим лучом своим. Да, щитоботы, конечно, очень крепкие. Посмотри. Блин, только ниндзю вызвал, ее уничтожили сразу же. Давай, ребятульчики, не сдаемся. Тут осталось-то от базы на один плевок. Отдай карточку. Квест завершен. Коллекционер. Заберем тогда награды с тобой. Вот так. И переходим на следующий поединок. Это у нас, ребята. Блин, молотильщик добавляется у них. У них добавляется молотильщик. Что будем делать? Не знаю, мне хочется вот этот отряд позвать, но мне почему-то не верится, что он справится. У нас очень дорогие здесь юниты. Ну, не считая, конечно, самурая. Самурай дешевый. Опа, опа, опа. И вот как? Ну, посмотрим, кто кого. Наверное, все-таки мы здесь, да? Вот, начинается вот это вот. Вот это плохо. Давай Курни, наверное, позовем. Давай, 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 родной. Блин, все-таки моего тыквоголового завалило, а? Пес смердящий. Правильно, самурай. Плакать надо, в истерике. Трэш. Ну ты посмотри, что творят, а? Без передышки просто бомбят. Эй! Корни, 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 быстрее, 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 быстрее. Слушай, они припарили, ну серьезно тебе говорю. Надо деда позвать. Может быть, так нам будет сподручнее. Как ты думаешь? Сейчас, сейчас я рискну, ребят. Так, дед вышел. Сейчас будем смотреть, насколько это хорошо нам поможет. Бубух. Бабах. Слушай, дед-то мой
Хотя, подожди, может быть, все еще обойдется. Отлично, дедуля там наяривает. Очень хорошо, ребят, нам повезло, опять же. Наверное, повезло, может быть, не повезло, еще неизвестно. Выпускай корни. Да, это было круто. Блин, это БФГшка у него, ты заметь, как я только выпускаю какого-то дальнего юнита, да, например, тыквоголового или еще кого-нибудь, он сразу же попадает этим лучом и сносит. Почему-то у меня так не работает. Твою налево, тут еще и бомбардир. Бомбер, да, собственно, персона появляется. Блин, этот, что ли, отряд брать, или... Или вот этот... Возьмем этот. Противный БФГ бесит меня. Так, у нас с собой 275. Это ближайший дешевый юнит. А, нет, че? У нас же щитобот есть, молотильщик. Что-то пока никого не вызывает, интересно. Что там? О, бомбер пошел. Бомбер плюс щитобот. И БФГшка сразу же, ну конечно же. Ну как же без БФГшки-то, ребят? Надо обязательно нервы-то мне помусолить. Так, ну что, друидка, пора нам с тобой выходить. Просто пора. Так, ты будешь хилять, друидка? Где твои тотемы, хильщи? Я не пойму. Ну... Ты посмотри, сколько он навызывал, а? Гаденыш этакий. Хорошо. Ну все, я думаю, здесь крышка. Разбомбим. А он все вызывает, да, своих этих щитоботов? Но шансов у них нет. Все, ребят, если тут целая куча тотемов стоит, видишь, возле его базы, то у него вообще шансов нету. Но у нас с тобой и энергии нету. А еще два поединка. Щитобот, молотильщик, хилбот. Вот она, ребята, та самая противная команда с хилботом. Если возьму вот эту команду, я боюсь, что молотильщик будет вместе с БФГшкой моих юнитов уничтожать, причем довольно легко. Если взять этот отряд, блин, лучше тогда вот этот. Но на одну ниндзю надеяться, это, конечно, ребят, тоже глупо. Потому что до БФГ она не достанет. При всем своем желании она будет отлетать, БФГшка, и ниндзя моя будет просто-напросто сзади погибать. Опа, опа, опачки. Так, ну здесь понятно, здесь надо выставлять вот этого парня. Ты видишь, что творит? Да-да, вот именно про это я тебе и говорил. Сейчас будет хилять еще. Так, где мои молнии? Опять нам крупно повезло. То есть это можно назвать повезло, конечно. Ну, мои две БФГшки вообще ничего не делают, ребят. Вон, смотри, что он творит. Просто берет одним лучом и всех пробивает. Вот и все. А там хилбот лечит их по полной программе. Вот скажи, вот как здесь, блин, можно пройти? Ну вот как, ребята, блин? Я просто ума не приложу, как здесь вообще можно проходить? Там сколько? Два хилбота, да, получается? Моя БФГшка вообще ничего не делает. А у него бомбит. Раз за разом. Вот и все, ребят. Я не могу здесь ничего сделать. Вообще не могу ничего сделать. Бесит. Проигрываем, короче. Трындец.
Ну, они напросились, короче. Они напросились, друзья мои. Буду сейчас их рвать нафиг. Где мой суперотряд? Выходи. Поехали. Слишком много себе тут позволяю, я смотрю. Щеглы эти. Сейчас, как говорится, посмотрим, кто кого, да, друзья. Идет охламон. Сейчас ты первый отдуплишься. Так, нам нужно будет с тобой еще чумную мышь здесь позвать. Сам понимаешь, для чего? Да, чтобы прикрывала. Теперь вызовем Ронина. Опа. Блин, опять это БФГ тут лезет, а? Ну что, не так весело, я смотрю, да, вам? Охламоны. Ну, вот так вот будете знать, блин. Чтоб оно вызывали здесь хилботов, да еще там всякую прочую ерунду. Так, друзья мои, прошли. Ну, у нас сейчас будет здесь босяра. А босс тут... Блин, и опять такой же отряд. Ладно, поехали. Кстати, а почему я сам не использую хилбота? Скажи-ка мне на милость. Было бы прикольно выпустить тоже, например, голема, а сзади, чтобы стоял хилбот. Это же круто. Согласись. Так, Ронин, ты мне здесь нужен. Молодец, красавчик. Опа, вырубил сразу же. А этот стоит охламон. Лечить-то некого. Губки надул, бедолага. Ого, БФГ тут выпендривается. Так, может, хорош уже? Так, заморозка. Да, до чумной мыши-то ему не достать, БФГшки, поэтому она и фейлится здесь. Все, ребят. Я же сказал, что мы порвем. Мы и порвали. Так, забираем с тобой награду. Забираем с тобой награду. Ну, вот этот вот трансформатор нам пригодится. И забираем здесь награды. Копейщики, фехтовальщик и храм цветущей вишни, Сакура. Ребята, и мы с вами идем в следующий портал. И встречает нас долина подданных, потом нефритовая долина будет, территория нежити, территория захватчиков и опять же долина подданных. То есть две долины подданных здесь будет. Вот что. Так, ребята, а как здесь быть? Хм, погоди-ка секунду. Ну, этот отряд бесполезно здесь вызывать. На короткой дистанции нас разнесут. Только если этот... Блин, ну у него фехтовальщик стоит 100 энергии, а у меня 175. То есть, сам понимаешь, да? Ладно, вызову его. Ах ты жучара. Он меня перехитрил. Тогда здесь поможет нам ниндзя. Поможет ведь? Да ё-моё, он еще глушил. Отлично, успела ниндзя забомбашить. Отлично. На тебе, супостат. Какой он шустрый, быстрый, а? Замечательно. Этот был оглушенный. Ну все, тогда у нас тут, ребят, преимущество уже взято. Сейчас мы их уничтожим здесь. Отдай монетки. Все, 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 все. Сдавайтесь, ребята, уже бесполезно здесь драться. Бинго. Ну что же, переходим с тобой на второй поединок. Ну, наверное, мы с тобой успеем пройти вот эту территорию. Наверное. Если все срастется как надо. У нас нет с тобой энергии на суперотряде. Как мы будем с тобой с боссом драться, пока ума не приложу. Так, ну что, придется вот этот вот отряд вызывать. Твою налево. А у него копейщица, да? А у меня только лишь самурай из дешевых. И все. Как прикажете быть? Выпустил, блин, кракена. И я ведь не успею, нет? Или успею? Успел. На тебе, гаденыш. Друзья мои, я успел призвать, поэтому сейчас сразу же призовем еще тыквоголового.
Лишь бы копейщица нас тут не оттолкнула. Не, все хорошо вроде бы. Все обошлось. Выпустим корни. На. Обожаем. Как здесь все это происходит? Так, ну что, будем деда вызывать? Или не надо? О, мы тут сами справимся. И без деда. Грифон, выходи. Корни и самурай. Есть. Ну что у нас там остается? Еще три миссии. Три миссии, а энергия-то где-нибудь есть? Только тут. Блин, ребят, ну тут будет сложно. 300 энергии. А, 250. 250 накопить. Выпускать джаггернаута на волю, да, получается? Ну да. Получается, выпускаем джаггернаута. И следом. Следом, наверное, баллисту надо звать. Если успеет, блин. Успела. Так, зомби, выходи, прикрывай. Так, ползун. И еще один джаггернаут. Так, заморозка. Как раз вовремя и кстати, да? Давай еще одну баллисту позовем. Слушай, ну все вроде бы как. Песенка их спета. У них шансов здесь вряд ли найдется меня тут одолеть. Клетка, выходи. Жнец, пошел. Блин, как же я его хочу прокачать, чтобы он красиво выглядел. Он, в принципе, сейчас неплохо выглядит. Ну, при полной прокачке он выглядит намного лучше. Ну, вот и все. Блин, кто-то мне из подписчиков написал, что здесь новых юнитов не будет. Не знаю, откуда информация. Я все-таки буду надеяться, что будут новые юниты. Так, энергии пока нигде нету, только вот здесь вот. Ох, друзья мои, а что я здесь могу сделать? Если у него тут бродяга. Как мне с бродягой драться? А? Ну, если только джаггернаутом. О-о-о-о, идет уже, смотри. Так, нам нужно его здесь подловить. Давай, иди, подходи ближе. Опа, и ловим. Так сказать, на живца. Так, выпускаем баллисту. Друзья мои, надо контролировать, блин, этого. Вот он, идет. Вот он идет. Баллисту, естественно, он убивает. Понятное дело. Слушай, надо выпускать, наверное, жнеца. Или что делать, я не знаю, ребят. Давай, наверное, жнеца позовем. Упс. Так, выпустим баллисту. Зачем я клетку вызвал? Ой. Опять бежит, смотри. Где он там? Вон он. А кого он там бомбит-то? Непонятно было, кого он там бомбил. Но я думаю, тут крышка. Все, разнесли замок. Фу. Единственное, что плохо, ребят, мы с вами не сможем пройти, судя по всему, эту территорию полностью, в связи с тем, что у нас нет энергии. Опа! Есть энергия, ребят. Но знаешь, в чем проблема? Что здесь нет летающих юнитов. Давай попробуем как-нибудь быстренько пробежаться до выхода короля. Не знаю, как это сейчас будет все выглядеть, если честно. Что-то пока у него тишина, как и у меня. Так. Смотри, что творит. Выпустил. Ага, давай тогда мы начнем тоже потихонечку с тобой. Блин, у него лучница.
Можно было бы, конечно, и БФГшку, в принципе, позвать. Супер удар я пока тратить не хочу. Не надо этого делать. Потому что король наверняка должен будет появиться в скором времени. А вот богиню солнца я, пожалуй, позову. Лишним она уж точно здесь не будет. Ну где король-то, ё-моё? Да ладно, такого быть не может, чтобы король да не вышел. Вот он, ребята, собственной персоны. Тысячу лет его не видел. А заморозка... Ага, действует на короля, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Это что сейчас было? Он что, взял ускорение каким-то образом? И что произошло? Фух, мы его одолели. Так, ребят, бродяга бежит. Контролируем бродягу, отлично, забомбили мы его. Так, ураганчик. Молнии. Слушай, по-моему, все. По-моему, выиграли. Да. Ию, прям отпустил аж. Не, ребят, на самом деле было круто. Очень круто, мы прошли с тобой эту территорию подданных. Опять эльфы, фехтовальщик. Так, и у нас с тобой нефритовая долина. Ну, хоть одну бы энергию бы дали бы, а? Нету, друзья. Ну что, мы тогда с тобой, наверное, на этой ноте будем заканчивать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!